Друзья, а у нас с вами очередная рубрика «Тойота не ломается». Тойота моей супруги Людмилы Свет Владимировны. Мы решили поменять здесь тормозные диски по одной простой причине, что они уже изношены. И у меня возник вопрос, поскольку я увидел этот тормозной диск вот в таком вот состоянии, в котором есть выработка, да, и определенные грани. И я задаю Антошеньке вопрос. Скажи мне, мой друг, это как-то влияет на стопроцентное торможение или нет? На что он мне рассказывает? Итак, погнали. Еще раз вопрос. Вопрос. Вот эти вот, ты видишь, что оно неровно как бы выгрызано, так скажем, да? Вот площадь-то неровная у нас получается. Неравномерный износ у нас. Неравномерный. Вот этот неравномерный износ, он влияет как-то на торможение автомобиля или нет? Давай так, у нас есть проблема, есть причина, а есть следствие. Так. Да, но вот это мы наблюдаем следствие. Угу. Вот. То есть, если мы берем, как бы, опять же, твой вопрос, то есть из-за того, что есть неровности, да. Типа площадь там меньше или больше там контакт. Да. Объясняю, вот тебе, контакт колодки. Вот тебе рисую. Допустим, вот эта вот черта, это у нас как бы идет расстояние соприкосновения колодки, да? Да. Вот. Если, ну, вот здесь вот, допустим, у нас 10, да? Угу. Если у нас вот это же расстояние идет волнами, угу. То, соответственно, да, как сейчас. Длина площади вот угу. Этой вот дуги будет намного больше, чем вот это. Понимаешь? Нет, не совсем. Это почему? Я тебе ответил на твой вопрос. А почему, в смысле, а почему так? Что? Ну здесь у нас, смотри, вот подсвети сюда. То есть вот эта часть тормозит, вот эта часть тормозит. Все тормозит. А вот это как тормозит? Потому что у нас колодка принимает форму диска. А-а-а. А диск принимает форму колодки. Хорошо, в таком случае, если мы на этот диск ставим новую колодку. Я тебя перебью. Я тебе еще раз повторю, есть причина, есть следствие. Так. Вот это мы наблюдаем следствие. Угу. Причина твоя вот. Это что? Это направляющая. Видишь, это двигается? Да. Это не двигается. Все. Соответственно, у меня получается, при том, как я зажал педаль, колодка зажалась и начинает стираться, так? Она не откидывается. Не дожимает. А, она не дожимает? Не дожимает. Это решаемо? Это решаемо. Но у меня возникает другой вопрос. Хорошо, если мы на этот диск, в котором есть вот такие вот, ставим новую колодку. Нет. Нет, что? Нет. Ты хотел сказать, если мы ставим ты, я буду ездить? Нет. Нет, подожди, ездить. Оно будет работать? Нет. Ну так ты и скажи. Я говорю, нет. Друзья, в общем, если у вас... Диск так... перегретый. Диск перегретый. Перегретый, он на... уже ржавый. Поэтому смотри. Колодки новые смысла нет ставить, если у вас пропадают тормоза. Если увидели вот такую вот причину... Если у вас изношенный диск, нет смысла менять только колодку. Совершенно верно, потому что пятно контакта будет не стопроцентное. Я пятно, правильно? Пятно будет стопроцентное. Да иди ты, блин, ну как? Эффективности уже не будет. Ну а как оно будет стопроцентное, если у нас есть с тобой... У нас 110, блядь, даже больше, 120% будет. 300 будет. Друзья, напишите, пожалуйста, в комментариях ваше мнение. Короче, если оно диски, у нас расходится. Если диски все, значит им все, Васильевич. Тут не точить, ничего, но если они уже подогреты. Ну, они... Ты же вот еще объяснишь, у тебя при торможении... У меня при торможении идет биение. Вот и все. Понятно? Все, пишем в комментариях, друзья. Тойота не ломается. Не ломается Тойота.